Быть молодой и красивой, соответствовать тенденциям и отличаться от других – к этому стремится большинство современных девушек и женщин. Этому же стараются соответствовать магазины, отделы и салоны одежды. Роман К, год назад открывшийся в Челябинске, занял нишу экстравагантного, но при этом практичного стиля на основе классики и спортшика. Прошел год, и мы очень рады, что этот год был успешный для нашего салона, что мы нашли здесь очень много новых клиенток, женщин разного размера, разного возраста и разного темперамента. Поэтому практически любая женщина, не боящаяся экспериментировать, всегда найдет в нашем салоне то, что ее порадует. Именно сегодня здесь представлены такие коллекции, которые нигде не найти. Вот в основном здесь, конечно, ярко выражен спортшик, что мне очень нравится, я сама люблю это. И еще немаловажно размерный ряд. По случаю дня рождения состоялся показ свежих коллекций. Деловые, неформальные и вечерние образы подготовила стилист Татьяна Малеева. Мы представим одну капсулу в сочетании бордового и серого цвета. Многие не очень любят темные оттенки, такие как черные, не знают, на что их поменять. Вот мы им хотим предложить такой вариант, поменять на бордо и на серые цвета. Следующая капсула у нас будет цвета хаки. Тоже это для достаточно смелых и стильных девушек. Там представлено сочетание необычных фактур в таком цвете. Это тоже для многих будет интересно, я думаю. Мне очень это нравится, комплект. Следующее любимое мое сочетание – это черное-красное. Как можно одевать черный, чтобы он всегда выглядел на вау, чтобы ты всегда приходила, на тебя обращали внимание. Ну и в преддверии Нового года мы не могли упустить вечерние наряды, которые мы также сегодня хотим показать девушкам, чтобы уже они заранее задумались о том, в чем они будут отмечать Новый год. Одежда универсальная, то есть я могу и на работу что-то себе найти, классическое, строгое, а могу и что-то на вечеринку, то есть в клуб, может быть даже в ресторан, это вечернее платье, то есть здесь от теплых вещей, причем здесь есть обувь, что меня очень устраивает, и плюс какие-то, может быть, топики, маленькие вещи, то есть и еще плюс аксессуары. Пока хожу, присматриваюсь, в общем, все очень нравится, все стильное, модное, все в тренде, классное. Все-таки здесь вещи подобраны настолько с душой, настолько с любовью, которые подойдут абсолютно всем. Без разницы, носишь ты романтику, спорт, даже если ты классика, вот строго классика, тебя здесь могут так приодеть, что ты будешь не просто классикой, а еще и чуть-чуть вот с такой вот игривой классикой, скажем так. Ценители оригинального дизайна находят здесь смелые решения. Девушки консервативных вкусов выбирают привычные цвета и силуэты. Ведь сколько бы ни было одежды в гардеробе, все равно время от времени хочется чего-нибудь новенького.